В Чувашской государственной филармонии продолжается реконструкция. Средства из федерального и республиканского бюджетов на завершение работ выделены в полном объеме и составляют почти 229 миллионов рублей. Когда сдадут объект, выясняла наша съемочная группа. Реконструкция здания филармонии началась в 2017 году. В декабре 2019 за работу взялась организация «Спецстрой», с которой был составлен контракт на 149 миллионов рублей. На данный момент подрядчик выполнил только пятую часть работ. Графики сдачи сдвинулись и в связи с коронавирусом. Предприятия-поставщики временно не работали. Сейчас эти работы возобновлены. И в части, касающейся изготовления механики сцены, в части, касающейся витражей для нашего фасада, и в части, касающейся автоматики лифтов, работы возобновлены практически на всех предприятиях. Поэтому мы ожидаем, что эти поставки завершатся в течение 2 месяцев. В общем, проблема будет снята. По поручению в РИО главы Чувашии разработана дорожная карта завершения затянувшейся реконструкции. Уже выполнено бетонирование монолитных участков и оснований, ремонт водопровода, установка противопожарных дверей. Начаты работы по благоустройству территории. Но самое главное, что кардинально изменится после реконструкции и что, несомненно, оценят зрители, это новые свет, звук, декорации и видеопроекционное оборудование. Коллективы жаждут работы. Зал очень удобный, всем будет видно, слышно. Поэтому я думаю, что вообще концертные программы, они поднимутся на совершенно новый уровень. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Культура». Общая сумма заказа – 382 миллиона рублей. Работы планируют завершить к концу октября этого года. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика.